Фиксай! Это что такое? О, погоди, здесь какой-то кратер, а внутри находится... Молотора! Да, чувак, подожди, не трогай, не трогай, я первого попробую. Давай, пробуй, пробуй. Я не... Что? Я не могу! Мне чего-то не хватает, я не могу его взять. Отлично, для достоинства, штанами нельзя. Ха! Наконец-то! Это мне помогло! Стой! А, у меня штаны есть! Да я уверен, у тебя не получится его поднять. Ну, давай, пробуй. Вообще-то я тоже думаю, что я не получу. Что? Подожди! Это было так легко, как? Серьезно? Как у тебя это получилось? Так, погоди, я что... Броня! Сейчас, не смотри. Ладно, ладно, все, отвернулся, давай. Пробуй. Как я выгляжу? Да прям как самый настоящий Тор. Фикс, ты что, достоин? Ударил. Привет, друзья, я Фиксай, сегодня со мной Тор Фиксплей, который только что выкинул свою вещь, да. И добро пожаловать в Майнкрафт, но мы супергерои. Друзья, если вам нравятся такие типовые ролики с различными модами, то, пожалуйста, поставьте лайк на это видео, просто прошу вас. Если мы наберем 30 тысяч лайков, то следующий видео выйдет уже завтра с таким же очень крутым модом. И, друзья, напишите в комментариях, какой вы супергерой, или каким вы хотели быть бы. Да, да, очень круто. Вот я, например, Тор, который в штанах, между прочим, да, подчеркиваю эту важную деталь. И смотри, что я научился делать, вообще да, совершенно. Да, показывай. Что, кстати, ты можешь делать с этим молотом Тора? Как я это сделал-то? Ну давай, еще раз, попыточка, давай. Как минимум я знаю, как летать, смотри. Я не знаю, как это выглядит, наверное, очень круто. Полетели! Полетел, так, главное, смотри в меня и каким-то образом... Покупался нормально. Слушай, да, это круто ловить, очень удобно. Фиксай, фиксай, лови. Да, да, давай, 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 словлю сейчас. Ух ты! Слушай, ну нормально, носит он поймал? Не так уж и много урона, но все равно... Нет, все, я передумал. Переходим, наверное, уже к следующему персонажу. Друзья, пока мы подготавливаем нового супергероя, будьте готовы к тому, что в конце этого ролика мы отправимся на поиски перчатки бесконечности. Что ж, Фикса, я подготовил для себя мой новый, новейший, просто новейшая разработка моего костюма. Это Капитан Америка и его. Слушай, это Капитан Градиент, мне кажется, потому что у меня здесь бело-черная фигня какая-то. Ну, в твоем стиле, так что одевай. А, хорошо, так, и как мне... О, мне Shift надеть или... А, вот, все, появился, да, Капитан Америка, и мне просто надевать все, да? Погоди, ты его все это время не видел. Нет. Офигеть. А теперь я вижу. Слушай, ты странный в этом костюме. Костюме, а моя борода идет мне к лицу. Прикольно. Да, 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 да. Ты прям как из Войны бесконечности. Так, и что я могу делать? Ага, щит, значит. А где он? Подожди. Он где-то на спине. А, стой, 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 все, я взял его так. Что я делаю? Да. Кнопка 5. Я могу. Ты снял, опа! Снял, ай! Что я снял? Я не понял. Так, ты снял шлем с себя, я заметил. А, да, кстати, могу, могу. О, я могу, прикольно, надевать его и снимать. Бесполезно, но прикольно. А также я могу просто стрелять этим щитом и все, как понимать, через шип. Да, ай! Это все, что, короче, я могу. У меня также еще есть приколбас для себя. Я проапгрейдил свой молот. Так, и что теперь можешь. Брейкерс и Мстителей, поэтому давай-ка я попробую, не знаю, сделать что-то. Ой-ой-ой-ой-ой, ты можешь его пулять просто как обычный Мьёлнир, как я понимаю, да, и все. О-о-о, ну и летать, и летать. Я могу защищаться, а как мне защищаться? Ну-ка, давай, давай. Как мне защищаться, я не знаю. Тихо, Хоба. Тихо, я же должен как-то защищаться им, но я не могу. Итак, ребята, вот что мы, оказывается, узнали. Здесь есть инъекции, которые дают суперсилы. То есть вот, например, у меня в руках инъекция Тора, а у Фиксая инъекция Капитана Америки. И давай попробуем, что будет, если я ее сейчас колю себя, поэтому я начинаю так. Так, и смотри, во-первых, так, у меня появляется дополнительный ХП. Также, в принципе, это все. Нет, открой инвентарь. Смотри, я стал теперь очень быстрым. Ничего себе. Да, я теперь я быстро прыгаю. Открой инвентарь, так, там есть слот с прокачкой твоего персонажа. О, господи, посмотрите, здесь есть сила, потом пресижен какой-то, скорость, здоровье, резистенс, здоровье, буст, капец, сколько я все могу. А что я могу теперь делать вместе с этим щитом? Походу, ничего. А, не надо, у меня мало ХП, у меня мало ХП. Подожди, давай-ка я колю себе инъекцию Бога Грома и посмотрим, что же я смогу делать. Опа. Так, я и могу что теперь можешь? Молот. Давай. Сейчас мне надо его взять сначала в руки, потом. Ой-ой-ой, что это было? Что это сейчас было? Это была сила молнии, а, брат. Понятно. Так, ну-ка, давай, попробуй призвать его. Иди. Слушай, по идее, я должен его взять, потому что я как бы, ну, должен, я могу это взять. Я же Капитан Нифига Америка. Ты недостоин, я тебе так скажу. Тихо, 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 о, стой, боже, стой, стой. Боже, как мне в тебя стрелять его? Я сильнее тебя. Вот так и произошел раскол в Мстителях. Итак, друзья, следующий персонаж, который мы с вами посмотрим, будет полностью похож на меня, на Спайдермена. Да, вы сами знаете, что у меня вот такая вот есть кофта. Итак, для начала я впитываю у себя вот эту вот сыворотку. Так, отлично, давай. Мне дается ачивка, круто. Я могу лазить уже по стенам, смотри. О, или не кстати, могу, подожди. Ачивка-то со ссылкой. Да-да-да. Большой силы приходит великая ответственность. Это, по-моему, дядя Бен сказал, да? Да, конечно. Так, смотри, дальше я надеваю на себя вот такие вот шмотки на Человека-паука. О, я перестал узнавать, кто ты, твой ник пропал, ты теперь. Да, серьезно? Вопросы, просто знаки вопроса. И я дальше могу, по-моему, как-то веб-шут на себя надеть, если я не ошибаюсь, или не могу. Да, да, смотри, открой инвентарь, и там будут. Господи, боже мой, ты посмотри, сколько всего у меня здесь есть. Только я как-то стрелять не могу, подожди, надо разобраться. Так, кажись, у меня получилось сделать паутину. Смотрите, я уже здесь стрелял. Нажимаем на Б и выбираем, да, различные.
различные так способы. Например, вот такая. Вот я могу двигаться. Ничего себе! Прикольно. Офигеть, слушай, мне нужно в телеса. 100% нужно в телеса. А как мне отцепиться-то? Попробуй в меня выстрелить. Ну-ка. Давай попробуй, смотри. Свинг вейп. Выглядит странно, а во-вторых, что мне это? Интересно, что получится. Это. Я могу тебя как-то притягивать или нет? Нет. Так, смотрим дальше. Так, по идее, я должен сейчас электрошоком, да, стрелять? Это электрическое, да. Ай-яй-яй! Да, работает, смотри. Как мне отвязаться-то от этих шутеров? Я не понимаю. Помогите. Ой-ой-ой, это кажется, Тор уже прибежал к нам. Дальше смотрим. Impact Web. Так, это какое-то влияние. И что это делает? Ой, ты стреляешь. А, походу просто стреляю, да. Я тебя замедлил, застанил, и ты сейчас весь в паутине. Круто. Вот, смотри. Ой, я вижу. Блин, а сколько это? Освободи меня, я застрял. Не знаю. И последняя это граната. И что она делает? Я только прыгать могу. Она взрывает паутину вокруг, и мы все застряли тоже. А, все, понимаю. Очень классная штука. Кстати, ударь меня, я не знаю, что-нибудь, я не могу. Я не знаю. Вот, я тебя бью, и все хорошо. Ай, ты, блин, суперсильный. Также я могу летать. Ну, в принципе, все правильно. И сейчас главное, что я хочу проверить, это на вот эти вот деревья как-то разобраться на них. Так, нажимаем. Я поднимаюсь, реально! Офигеть! Чувак, это очень круто! Нужно научиться сначала это делать. Ну, блин, это очень прикольно. Смотри, я могу даже несколько паутин сюда кидать. Да, я видел, ты прям дом себе чуть не сплел там. Уже, по-моему, сплел. Так, и я вот таким вот образом лечу к тебе. Очень классно, мне нравится. Смотрим следующего персонажа, да. Я подготовил для тебя очень крутого персонажа. И я не просто так дал тебе криптонит. Где-то у тебя в инвентаре должен лежать. Я хочу сжечь этот весь лес с помощью своего нового персонажа. Где ты? В общем, как я и говорил, не просто так я дал тебе криптонит, потому что я, блин, Супермен. Голову и сыпь. Так, давай. Ох. Хорошо, теперь надевай броню. Я чувствую силу солнца. Подожди, попробуй-ка я тебя ударить. Тут нету солнца, неважно. В смысле, нету солнца. Пока ты ничего не можешь, ни на что не способен. Ты бесполезный. Так, надеваю броню. И что? Как я выгляжу? Я похож на Супермена. Да, ты похож на Супермена. О, у меня есть тепловое зрение, сила и. Вау, ты похож на супербомжа теперь. Не понял. Так, все полетело, отлично. Что можешь еще? Что это было-то? Подожди. Ты мне бьешь рукой по три сердечка. Слушай, я заряжаюсь силой солнца. Видимо, мне нужно подождать, когда я стану полностью способным к силе. Убери. Что такое? Что такое? Что? Я заморожу, если ты это не уберешь. Ты что, замораживать можешь? У меня появляются силы потихоньку. Я прокачиваю свой уровень, и теперь я могу не только замораживать. Ты готов к этому? Ну давай, показывай, что ты можешь. Ты готов к этому? Да. Смотри, частого леса не будет. А, погнали! Слушай, выглядит очень эпично. Подожди. Хватит. Да, эпично выглядит. Да, это очень круто. Ну-ка, хочу посмотреть. Офигеть. Да, это просто невероятно. Я жгу лес просто. Ты бы видел, какие спецэффекты исходят из твоих глаз? Я видел, поэтому я хочу тебя заморозить. Я тебя заморозил. Да, я вижу, я весь во льду теперь. Вот ты мне скажешь теперь. Автор этого мода реально постарался, он столько всего добавил здесь. Да, что? Я прокачиваюсь, с каждой секунды я прокачиваюсь. Новая суперспособность. Я могу видеть сквозь стены. Ага, и что дальше? Ну, теперь надо еще чуть-чуть подождать, я до сих пор заряжаюсь энергией солнца, как оказывается. Ты сжег весь лес, что ты наделал? Да, я продолжаю, блин. Слушай, покажи свои лазера, это очень эпично. Ну-ка, смотри. Только они немножко подлагивают, но неважно. Не знаю, ударь меня этим криптонитом, слушай. Так, мне я кажется, вот так ударил, кажется, что? Меня ослабит. Все мои силы должны пропасть. Я не знаю. Ай, да, ослабил, все мои силы пропали, ты его выкинул, и все мои силы пропали. А, да, я вижу, смотри, у тебя сейчас идут партиклы, такие эффекты от этого. Да, убери его от меня. Это оружие против тебя, чувак. Нет, я хочу жить. Ну что, мы посмотрели все способности этого персонажа? Так вот, мы подготовили для Фиксая костюм зеленой стрелы. Здесь есть куча видов стрел, колчан, криптонит, который мне не нравится, и даже криптонитовый блок. И я успел увидеть, там даже есть криптонитовые стрелы. Блин, все против Слушай, меня. Получается, инъекция мне не нужна, да? Что так? Хотя, подожди, давай-ка я посмотрю сейчас. Да, походу, не нужна. Смотри, я уже надел на себя, у меня есть кнопка 5. А что она делает? На самом деле, да, непонятно что. Да, у тебя нет суперспособностей, ты просто лучник. Ага, все хорошо. О, окей. Ты в маске, офигеть. Да, смотри, я могу надевать и снимать ее, очень прикольно. Смотри, давай теперь пробовать различные стрелы. Так, я буду по одной штуке брать отсюда. Итак, первая стрела у нас называется Smoke Arrow. Соответственно, она добавляет дым. Поехали, приближаем, стреляем. Ты в меня стреляешь? Ничего не происходит. А, нет, вот, смотри, да, дымовая завеса происходит. Значит, то, что мы можем здесь спрятаться. Кстати говоря, она тоже поджигает. Это я тебя поджигаю. У меня здесь есть даже такой вот колчан, который могу класть стрелы. Так как мы с вами смотрим пока же стрелять, то сюда мы закидывать ничего не будем. Просто выкинем эту штуку. Слушай, давай-ка я заспавню нам кучу врагов. Прям нереально здоровую кучу врагов. Они будут нам мешать всячески. А мы пытаемся их убить. Дальше у нас идет вот такая вот взрывная стрела. Да, я уже готов. Я просто взял нереально самых сложных мобов в Майнкрафте. Самый главный, самый враг. Убивай ее. Так, поехали, стреляю. Итак, смотрим дальше. Vibranium Arrow. Если честно, не знаю, как переводится, может быть, ты знаешь. Vibranium стрела. Отлично, а теперь проверяем ее. Да, она очень сильно крепкая. Давай на корове, не на мне, пожалуйста. А, давай. Так, все, я заряжаю, стреляю. И, боже мой, сколько урона я тебе нанесу, например. Давай все-таки на мне. Ай, что? Фиксай застрелен непонятно кем. Супермена с одного удара.
Сара, ты серьезно? Ну, блин, очень жесткая стрела. Слушай, а что будет, если я с криптонита в тебя стрельну? Капец. Короче, ребята, не нашел я весь свой костюм, штанов не нашел. Следующая стрела называется криптонитовая. Ну и, соответственно, что она будет делать? Это просто ослабевать Супермена. Так, я стреляю, попадаю. Ничего себе, уничтожаю, да. Сквозь просто прострелил. О, очень крутая тема, которая называется Grappling Arrow. Соответственно, это хук. Если к нам стрельну, то я, скорее всего, могу перемещаться, да, по этой штуке. Только, опять-таки, здесь есть большая проблема с тем, что я не могу отцепиться от этого. Это очень плохо. Хотя я попробую сейчас, например, другую стрелу стрельну, да, и я уже перемещаюсь здесь. Я застрял, фикс. Смотри, меня все держит. Офигеть, вот это круто. Я просто как Человек-паук. На самом деле, пока ты смотришь на зеленую стрелу, я кое-что для тебя готовлю. Тебе понравится. А, вот, все, я отцепился, я смог. Следующая стрела, Gas Arrow. Как я понимаю, это просто газовая стрела. Если мы стрельнем, то будет здесь вот такой вот газ, которым будем задыхаться, правильно? Да, мы будем задыхаться. Ну и последняя стрела, которая называется Sharpened Arrow. Это очень острая стрела. У меня здесь нету никаких напарников, которые сейчас где-то непонятно где находятся. Походу, там уничтожают Эндер Дракона, да. Но я хочу поверить эту стрелу, поэтому бегу к тебе. Следующая стрела у нас это острая. Так, например, я такую какую-нибудь свинюху, ну и просто ее уничтожаю. Да, она очень-очень сильная. А ты уже с перчаткой без коня. Что происходит? Что? Что это? Что сейчас происходит? Что такое? Я все так вот делаю, то капец происходит. В общем, фиксай, давай проверим силу перчатки бесконечности. У меня пока что в ней один камень, второго я, видимо, не нашел. Я могу телепортироваться в любое измерение. Ну вот, сейчас ты заряжаешься. Ты становишься синим полностью. Что ты открыл? Что ты сделал? Что ты сейчас открыл? Писто портал в Эндермир, не пад, не прыгай, туда не прыгай. Я прыгнул. Ну что же, ребята, видимо, на этом наш ролик подходит к концу. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Если так, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями. Для вас остался Фиксай, а также Фиксплей, уже на этот раз обычный, не супергерой. Всем спасибо, всего огромного за просмотр. Для вас остался Фиксай, а также Фиксплей. Всем пока! Всем пока!